Не пью 38-й день. Я спускаюсь к реке Вуокса. Это внеплановая прогулка на реку Вуокса. Ну, я же не пью, нужно же. Гулять помогает. Тун-т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 ун. Ты кто? Я этот норвежец. Что ты здесь делаешь? Из далеких фьордов приехал на Вуокс. На лодке собираюсь покататься. Готова? Да. Норвежские рыбаки, ведем прямой репортаж с Вуокса. Я выехал именно сюда, в эту точку, потому что именно в этой точке я хочу сказать клятву. Торжественно на просторах Вуокса заявляю, что я не буду пить до 1 сентября 2018 года. Так это мы уже знаем. Так это сейчас торжественно. Это я просто сказал, в машине сидел с бодуна, это одно. Вот совсем попробовать не пить. Нужно выехать на Вуоксу и на Вуоксе торжественно себе пообещать, а не пить дальше до первого, предварительно вдохнув бензиновый воздух от двигателя. Слушай, да ты посмотри на него. Ты посмотри, что творит. Я как мотор. Ты вместо мотора. Уже берег, берег. Ты бы сейчас выпила бокальчик? Глинтвейна. Блин, зачем ты сказала про... Ты серьезно? Ну, представь, как его здорово сейчас было бы достать из термоса. И вот с этим... вкусным сыром, с черным хлебом. Да, но я эти мысли гоню. Никакого глинтвейна. Только вода. Сегодня представитель Дмитрия Моисеева прибыл на реку Вуокса и произнес торжественное обещание не пить до 1 сентября 2018 года. Вместе с ним был какой-то норвежский моряк. Нет, по новой информации, это была его жена. Блин, финский до сих пор не выучил. Дмитрий Моисеев не пьет уже 38-й день. И впереди у него долгих 11 месяцев трезвости. Как этот алкоголик сможет продержаться так долго? Мы будем вас держать в курсе событий. Да, ничего себе. 2 года назад я не пил ничего в 2015 году. В 2016 году я был на дне рождения и выпил 150 водки за столом. Это примерно плюс-минус. Затем я выпил дома с женой бутылку вина, ну почти выпил я. Ну и, конечно же, на вине я не остановился, продолжил понижать градус и выпил еще 2 пива. 250 рублей в алкобанку сегодня. Ты гостила в этом доме? Нет, не в этом доме. Там, дальше.